Всем привет, вы на канале Pedal Hard, и сегодняшнее видео про Social Ride, который был в конце августа. Поточнее, дата, наверное, в заголовке или вынесу афишу в начало видоса. Не помню точно дату, но точно помню, что было очень жарко, поэтому мы решили сразу выехать за город на какой-нибудь водоем и по пути заезжали в магазины за прохладительными напитками. Там буквально 25 километров в одну сторону у нас выходило, то есть всего где-то около 50, может быть даже чуть меньше. Изначально была договоренность поехать пачкой, все вместе, но после первого магазина получились небольшие гоночки, кто-то выезжал вперед, кто-то догонял, и возможно для видео так даже интереснее. Как обычно я взял 360 камеру, потому что GoPro валяется дома, все-таки возить ее и цеплять на грудь не очень удобно. 360 в этом плане компактнее. Ее можно запихать в задний карман джерси и в нарульную сумку. Она как-то меньше места занимает за счет своего этого вытянутого дизайна или форм-фактора. Не знаю, как сказать. То есть эта палка откручивается, короче, она тоже компактно складывается. Конечно, звук не такой классный, картинка на GoPro посочней. Но зато 360 удобнее в использовании, и, по крайней мере, ее легче с собой взять. Исключительно ради контента мы должны сходить и в этот магазин тоже. Второй магазин на нашем пути. Ребята делают закуп. Закупаются. Лепешечки, лавашечки. А вы что, закусить берете? Ну, думаю, здесь торты охрененные всякие. Кирлан, чехолы въебать, изотоник. Это да. Да. Угу. Слушайте, да, давайте, наверное, звук сюда. Благодарю. Всего доброго. Пока я не протрезвел, надо ехать. Свернулись с основной дороги на подъезды к озеру. Тут поменьше трафик, хотя иногда машины встречаются. Ты. Какой холодный? Да? У нас тут много, много фиксов. И мы вспоминаем GTA Vice City. Турецкая райпо. Довольный выходит из магазина. Терминал сломался, как ты довольный пойдем? Горизонт, стрепы. Пора менять. Бобер! Бобер курва! Бобер курва! Я надеюсь, они хорошие, потому что китайские мужики. Вода тепленькая. Че, прям так? Режешь ты, блин. Пиздец, я б добил еще, в них год катался. Ты что творишь-то? Я и говорю сейчас, не дай бог сейчас. Но мы этого человека знаем лично. Мы его, если что, найдем. И публично. Какая левая, какая правая? Поясни за камуфляж. Левая, правая где? Ну, чтобы либо люди смотрели на тебя, либо... Фоткаю я отсюда, короче, Андрей, сюда такую. У меня вот это слева с надписью. А у меня будет справа тогда. На, вот это, режь. А, ты ее. Ну, хочешь покромсай. У тебя цепь сухая, как у меня. А, это силикон. Парафин. Парафин, блядь. Что то хуйня, что это хуйня. А их даже резать не надо, они вот все. Да я говорю, я тут вообще рискую жизнью. Там надо ногу как-то мерить, да? Там это похуй. Вот так надо было делать. Надо было на ноге сразу делать вот так. Давайте протест ему фиксим. Ладно, я думаю, не умру. Если я не доеду до дома, вы знаете, кто, кого искать, кто виноват в этом. Это не я. Кто утонет, купаться больше не будет. Вау! Ой-ой-ой. Ну и продолжили мы день поездкой в Паб Кинсман, то есть обратно вернулись в Орел.
принципе, на этом все. Всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь.